Приветствую тебя на канале Трейлер ТВ. Только официальный урывок из фильма. Вас не интересует, есть ли мне что сказать? Для вас главное утвердиться в собственном мнении. Передо мной стояла задача. Спасти любимую родину от уничтожения. Вы занимаетесь тем же. Основано на невероятных реальных событиях. Есть зацепка по нашему величайшему врагу. Адольф Эйхман. Автор окончательного решения? Он бесследно исчез в 46-м. Последние данные указывают на Буэнос-Айрес. Этот тип убедил раввинов лично загружать составы. Добровольно. После войны один из самых безжалостных приспешников Гитлера сбежал. Если это он, нам нужен элитный отряд. Я не стану вступать в твой карательный отряд. Я бы с радостью пустил ему пулю в лоб, но у нас другая задача. Нам приказано вывести его из страны. Эйхман предстанет перед судом в Израиле. Осенью. Подумайте, что это значит. К ответу публично будет привлечен тот, кто стоял за истреблением миллионов. Миссия во имя справедливости начинается. Аналы истории хранят память нашего народа. Книга воспоминаний все еще открыта. И вы здесь и сейчас есть рука, держащая перо. Если преуспеете, впервые в истории мы будем судить своего палача. Как предостережение всем, кто решит следовать его примеру. Если же потерпите неудачу, он уйдет от правосудия. Возможно, навсегда. Заклинаю вас. Преуспейте. Операция «Финал». Подпишись на канал и ставь лайк. Приятного просмотра.